Здравствуйте, друзья! Одна моя знакомая кошка все лето отдыхала на даче. Когда хозяева привезли ее домой, они решили не обрабатывать ее от паразитов. В результате животное 2 месяца чесалось от блох, а потом в ее лотке стали появляться глисты. Кошку срочно пришлось лечить, а потом всей семье сдавать анализы на внутренних паразитов. Моя кошка Ева тоже отдыхала на даче, но ее история совершенно другая. Давайте узнаем, чем обработать кошку после дачи от паразитов без стресса и незатратно для семейного бюджета. С дачи обе кошки вернулись в городскую квартиру не одни, а в сопровождении блох и гельминтов. Первую кошку не стали обрабатывать от блох и глистов. Хозяева решили, что дать антигельминтик внутрь кошки слишком сложно, да и стоят 2 разных препарата дорого, и оставили животное в покое. Но вы же знаете, что блохи и глисты опасны для здоровья четвероногого друга и заразны для человека. Что если вы или ваш ребенок заразится гельминтами? Такое вполне возможно, если питомца вовремя не обработать антипаразитарным препаратом. Поэтому Ева на следующий день после переезда в город была обработана каплями на холку. Инап-комплекс защитил ее от внешних и внутренних паразитов одновременно. Жмите на паузу и читайте, от кого защитится четвероногий друг после обработки. Обработка прошла успешно, никакого стресса. Любимцу нанесли 15 капель на холку. Через минуту Ева уже забыла о том, что с ней проводили какую-то процедуру. К тому же, на покупке 2 разных препаратов от гельминтов и от блох получилось отлично сэкономить. Ведь покупать нужно было всего 1 комплексный препарат вместо 2. Давайте вспомним первую кошку, которая осталась без своевременной обработки. Она страдала от нестерпимого зуда, заразилась гельминтами и, возможно, заразила ими своих хозяев. Не лучшая перспектива, согласитесь. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете о том, чтобы не ждать опасных последствий, а заранее позаботиться о здоровье четвероногого друга с помощью комплексного препарата. Пишите в комментариях свои ответы. Пишите, пишите, Ева просит. Надеемся, это видео было полезным для вас. Не забывайте ставить пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Впереди много новых, увлекательных и полезных видео. До свидания!